встречи со всеми составляющими, со всеми приложениями к песне «Элегия лета», я понимаю, как много одна песня, богатая чувствами, красивая, гармоничная, может дать для развития моего сердца. И как много есть уже созданного, уже готового для того, чтобы расти самому и, ну, например, с детьми, в семье это использовать. И вот что меня очень порадовало, что на самом деле оно есть все, и благодаря сегодняшней встрече появилось понимание, как это можно использовать реально в жизни для того, чтобы общение друг с другом стало более гармоничным, для того, чтобы наполнить среду, в которой оказываешься, красивыми чувствами, красивыми словами. Музыка, она создает ту среду, в которой хочется действовать красиво. И прекрасные рисунки, книжки, раскраски, они тоже настраивают на красивое общение, красивое взаимодействие. Хочется раскрасить так, чтобы это, чтобы не нарушить ту красоту, которая уже создана. И благодаря фотооткрыткам это можно сделать, встречаясь с реальными красотами природы. Замечательная встреча и замечательный комплекс. Почувствовать полнота и щедрость этого времени года. Сколько здесь живет красоты, такое ощущение, что каждым составляющим мое сердце обласкали, согрели, наполнили, и теперь есть вдохновение как-то идти с этим. Это, и больше улыбаться, и проявлять эту ту теплоту, которую подарили и музыка, и слова, и удивительные фотографии, и рисунки. Вот столько красоты живет. Просто удивительно.